25 лет назад завершились боевые действия в Афганистане. Немало мечей, воинов-интернационалистов приняло участие в том военном конфликте. Одни были серьезно ранены, стали впоследствии инвалидами, другие так и не смогли вернуться на родную землю. 15 февраля по всей стране почтили память тех, кто исполнял служебный долг за пределами Отечества. Субботним утром у мемориала воинам о мечам собрались ветераны боевых действий, родственники погибших, участники ветеранских организаций и представители регионального правительства. Все они выразили уважение и благодарность тем, кто с честью выполнил служебный долг. Как бы далеко не были эти события и не уходили, какие политические оценки не давались тому времени, мы должны и наш долг помнить о павших, заботиться о родных и ныне здравствующих ветеранах. Преклоняемся перед теми ребятами, которые отдавали жизни и не щадя, как говорится, своей молодости, своего здоровья, и тех ребят, которые вернулись, конечно, надо им особое внимание. Много людей погибло в этой войне. Не знаю, правая, не правая, но это наше государство воевало. И мы опять так же станем в рядах и будем защищать. Формированию патриотического сознания у молодых людей, чувство верности Отечеству, готовности выполнять долг перед Родиной региональное министерство по делам молодежи уделяет особое внимание. Мы провели вчера торжественный концерт совместно с Министерством культуры. В данные мероприятия мы проводим спортивные наши соревнования. Соревнования пройдут по армейскому рукопашному бою, где выступят самые наши юные спортсмены, юноши в кадетском корпусе. Также мы проводим соревнования, посвященные 25-летию и памяти Дмитрия Михайловича Карбышева. Сегодня как бы идет месячник оборонно-массовой работы, патриотической работы. Поэтому всю патриотическую работу мы постарались как раз в честь 25-летия вывода войск из Афганистана приурочить, и огромное количество спортсменов будут участвовать. Мы будем делать и в дальнейшем все, чтобы молодое поколение были патриотами нашей страны и знали все те даты знаменательные, где погибли, либо наша страна вышла достойно и с честью из всех войн.